лично наблюдал за военными учениями «Восток-2018». Российские лыжные батальоны продемонстрировали готовность действовать даже в условиях глобального потепления. Но особое опасение военных аналитиков НАТО вызывает русская машина смерти «Буханка». Взгляните на фото, какой смертоносной силой обладает «Буханка», если среди тысяч военных и танков ей отведено особое место в боевом построении русских.